Всем привет, ребят, еще раз. Ну что, я наконец-то активировал медальон. Дошел до этого не скоро. Поехали, посмотрим, что я могу забрать. Вот, смотрите, у меня уже я могу забрать, нифига себе, 37 наград. Смотрите, что получил. Это я только активировал. Не могу забрать, что ли? Не понял. А, у меня перелимит чего-то. Кулаки вроде нормально. Скорее всего, значки почета. Давайте сейчас. Ой. Ой, куда я полез? Заберем. Немножко уменьшим значки почета. Это нормальная проблема. Надо ролить каждый день. Потому что значки почета уходят в перелимит. Заодно видите мегаролинг на 50 миллионов. ЗПшек. Так, отлично. Отлично, смайл. Так, окей. Поехали. Да, видите, была проблема в них. Вот еще забрал плюшки. На каком я там? На 20-м, да, остановился. Так, окей. А теперь у меня вопрос. У меня есть книги. У меня есть новые книжки. Сейчас посмотрим, как они будут действовать. Так, это можно кому-то скилл прокачать еще. Вот они, 25 штук. И куда мне их притыкнуть? Я вот не могу понять. А, вот так вот. А, вот так вот можно, ребятушки, делать. Quick upgrade. Я, по-моему, один раз пропустил. Было бы больше. Давайте попробуем. Сколько они дают? По 720. Да, то есть таким вот образом. Опять же, упростили донатом. Нажимаете вот так, и у меня уже 45-й левел, ребят. 45-й левел, и мы прошли практически весь Battle Pass. За пару минут. Вот так вот. Не хватает немножко книг. Сейчас я гляну, может, где-то их продают сегодня. Их редко очень продают. То есть, таким вот образом можно даже не париться над прохождением теперь. Вы можете за сколько там надо? По 720. Ну, мне не хватает книг. Читайте по левелу. 30 книг надо. 30 книг, и у вас будет пройден весь Battle Pass. То есть, по сути, я уже практически все забрал. То есть, мне надо еще немножко пофармить. Допустим, сегодня. У меня герои стоят для битвы гильдий. Там Минотавр. Да, тут противники, конечно, жесткие, жесткие. Надо одного Минотавра пускать. Плюс 75. То есть, таким образом, в принципе, проходится все очень быстро и легко. Надо Минотавра переделать, а то он хлопать будет очень долго. Забрать с него этого панчбокса. Где там наш Минотаврик? Как видите, в принципе, ничего такого сложного в прохождении теперь нет. То есть купили 30 книг, и весь Battle Pass фактически прошли. Пару минут, и у вас готово.
Все готово. Да уж. Однако. Ну, видите, все. Заходим. Еще забрал. 46-й левел, ребят. То есть 2, 3, 4 дня и, в принципе, фуловый сбор уже будет. Вот так вот. Поэтому ничего сложного в этом нет. Давайте, кстати, сейчас активируем плюхи, посмотрим, что у нас там получили. Мы скины получили. Правда, не все еще, но дособираю потом. Так, 45, то есть надо будет последний скин забрать. Там 70 получается. А, так, что там у нас еще высвечивало? Фобос. Атома Фобоса. Смотрите, у меня уже 8. Давайте, да, о, кстати, по-моему, у меня есть эти. Давайте попробуем. Пока есть остров. 21 час. Посмотрим на шансы. 580, ребят. 580. Попробуем собрать пятую зефирку. Посмотрим, какие шансы. Она сейчас удешевилась. Вот пятерка падает. 10. Ну, видите, она удешевилась и реально начала сыпать. Жесть. 1-1. Смотрите, что делается. Зефир. Камешки. Интересно отсюда вытащить рунки. Ловим или нет? Еще камни. Да, трэш полный на английском сервере. Расходники пошли. Посмотрите, как. Тык-тык-тык. О, ничего себе, словили. Словили, ребятушки, рунку. Обалдеть. Еще одну, нифига себе. Они здесь нормально падают, я вам скажу. У меня было, по-моему, их 12, если я не ошибаюсь. Десять, пятнадцать, пятнадцать, нифига себе. Еще раз 15. Ребята, по-моему, шансы просто увеличили. Реально, очень давно не падало такое количество. Жесть. Я что-то не завтыкал, не посмотрел, сколько у меня было до этого. Ну, там 860, по-моему, или 830. Сейчас у нас уже 950. То есть, фактически, мы сейчас соберем... А, максимальный бокс не могу... А, сюда повлазило, не могу ничего забрать. Отлично. Ну, вот так вот. Два камешка мы словили. Сейчас еще побежим на столку, поиграем. Двести, пять, пять. Ну, неплохо, неплохо. Нравится, нравится мне такой дропчик. Так, итого мы имеем 978, ребятушки. Ну что, там есть уже? 998, все, собрали. Да, жестко, жестко. Давайте уже добьем. 10, 1, 5. Короче, дофига всего. И в итоге мы получили 1068. Мы словили с вами уже 5 зефиров, ребят. Жесть. Так, окей. Поехали, еще сбегаем с вами. Тут можно тоже пооткрывать. Так, что тут еще у нас интересного? Ну, пирата я вам показывал. Поехали, сыграем Board Game Bash на столку. У нас тут попытки есть, пару попыток еще.
Такс. 5 шансов. Так, как и на АЭС-сервере вытащил эту фигню. Так, один осколочек. Интересно, интересно. Так, карточки смены. Еще один. 5. Вот, и теперь видите, на втором круге у нас уже увеличились награды сразу же. X2. Вот уже 1000 камней вытащил. Ну, в принципе, интересная игра. Так, а что отсюда взять? 4 надо, а сколько? Надо 4 штуки, у меня только 2. А сколько их дают? Интересно. 5. 5 карточек дают. Ну, может, еще что-то потом заберу. В общем, вот так вот, ребятушки. Такие вот плюхи. Реально, реально очень круто. Падает. Давайте посмотрим на гифты, что там у нас интересного. Это восьмерки. Что там у нас еще такого интересного? Пятые, шестые, это девятки. Так. А, у нас, кстати, вот еще сумочки будут, потом я открытие сделаю. Давайте еще эти откроем. Камешки. Так, ну, вроде все с такого. С этих плюх, которые новые пришли. Сколько у нас в итоге? Это 14, 15 где-то камней получилось. А, 25. Ну, еще двоих героев качну. Ну что могу сказать? Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.